Перед тем, как посмотреть видео, советую перейти и подписаться на канал Виктора База. На канале вы узнаете все о заработке в интернете, веб-разработке, интернет-маркетинге, продвижении в YouTube, как создать собственный сайт и заработать на нем. Ссылка в описании. Приветствую, ребята, как и обещал, после достижения 100 лайков я снимаю следующее видео. Не ожидал, что вы так быстро отреагируете, но все же. Если ваш компьютер начинает тормозить, первым делом, что нужно сделать, это продуть его. Я уже снимал видео, и обратить внимание на ваш жесткий диск, проверить его, диагностику сделать. Но так как у меня все отлично, можно сделать такую вот диагностику раз в полгода. Я вам советую. Это вытянуть вашу оперативку. Вытянуть вашу оперативочку. Теперь взять обыкновенный ластик и пройтись по контактам. Бывает такое, что эти контакты окисляются, и оперативная память не работает полноценно. Поэтому я вам советую ее пройтись вот так по контактам. Я еще снимал видео. Если ваш жесткий диск тоже тормозит, это снять самую плату контроллер на жестком диске. И так само все контакты, которые отвечают за передачу данных, так же само пройтись по них. Не стоит трогать руками. Постарайтесь, если у вас есть, может, какая-то там зубная щетка, это все ею, после того, когда постирали, пройтись зубной щеткой. Тогда у вас все будет отлично работать. Как видите, контакты сразу стали светлее. Вот. Я уже, наверное, больше года этого не делал. Но это реально дает свою производительность. Поэтому я вам реально советую. Вот сейчас вы смотрите видео. Досмотрите его. Вот. И после разберите, выключите свой компьютер, вытяните оперативную память, вот, и сделайте такую же самую вещь. Вот наша зубная щетка. Конечно же, советую не ту, которой вы пользуетесь, а какую-то там старенькую. Вот так пройдитесь. Ну и, конечно же, поставьте оперативную память обратно и проверьте, как будет после этого работать ваш компьютер. По достижению 150 лайков, я вижу, вы очень быстро набрали 100 лайков, вот они очень сильно помогают мне в продвижении. По достижению 150 лайков я снимаю следующее видео. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если да, пишите комментарии и напишите, какое видео вы хотели бы в следующий раз, чтобы я снял. Это очень принципиально важно. Спасибо вам, что вы смотрите мой канал. До свидания.